Полумарафон «Забег РФ» является федеральным событием. Впервые в этом году «Забег РФ» проходит более чем 80 регионов, 8 федеральных округах и соберет более 100 тысяч человек. Это первый забег в мире, массовый, по результатам которого планируется установить мировой рекорд по количеству участников. Традиционно в Туле забег проводится второй год, а сам полумарафон, тульский полумарафон, проводится уже в четвертый раз, что стоит отметить, что максимальные приняты меры по защите, так скажем, наших граждан, исполнение рекомендаций Роспотребнадзора, это термометрия, это маски до входа в стартовый коридор, это команда организаторов постоянно в масках и перчатках, но и, конечно же, следим за общим состоянием, так скажем, и обработкой поверхностей и так далее. Стоит отметить, что сегодня в Туле на Тульский забег РФ собрались участники из 22 регионов России и более чем из 130 городов. Почему собрались из других городов, хотя в других регионах проводится забег РФ? Во-первых, потому что не все регионы по понятным моментам могли провести офлайн этот забег, как в Туле. Ну, а также потому что в Туле есть определенные свои фишки. Это детские забеги, которые дополняют большой забег РФ. Ну, а если говорить по дистанциям, это дистанции от 300 метров до 21,1 километра. Это хронометраж, который участники могут получить свой результат сразу же после окончания этого мероприятия. Ну и, конечно же, атмосфера. Сегодня собралось более 1000 участников забег РФ в Туле. Самому младшему участнику 4 года, а самому старшему 74 года. Какие здесь соревнования проводятся, я участвую во всех. То есть какие узнаю, самые, что проходят, и обязательно приезжаю. Ну, просто интересно бегать. Так жизнь интереснее.